Друзі, мої вітання. Вийшла немножечко погулять, і сейчас вам хочу поснімать, як у нас уже все красиво розцвіло. Як у нас, какая у нас сейчас погода. Сьогодні перший день після цих єврейських кучок, після которых, в общем, дожди, туманы, наладилась погода. На улице очень хорошо, приятно так. И как у нас зелено. Смотрите, какая у нас уже трава. Сейчас переключу камеру и вам покажу. Смотрите, друзья, какая трава высокая уже. Роса на траве. Ну, сейчас через камеру вы, конечно, не увидите. Деревья вон уже начинают все зеленеть. Красота в округе. Пошли дальше гулять. Смотрите, немножечко прошла. Смотрите, какое красивое дерево. Одно. Другое. Вообще красота. Ходишь, гуляешь, слушаешь птичек. И пока, друзья, вы будете наслаждаться природой, я хочу вам кое-что сказать. Знаете, что я сделала, какой вывод из последних своих видео, которых я выпустила? Я так понимаю, что люди, те, кто просмотрел мои видео, делают каждый свои выводы. Каждый понимает его так, как ему подсказывает его душа или сердце. Я решила больше не затрагивать тему языка, потому что это, знаете, такая сейчас больная тема. Вот. Но что я хочу сказать напоследок? Напоследок я хочу сказать, что я не поддерживаю я русских, я только за украинцев, ну и всегда буду за наш народ. Но для того, чтобы сейчас вот многие же, не только я, разговаривают на русском языке, для того, чтобы всех перевести на украинский язык, чтобы всю страну перевести на украинский язык, это очень долгий путь. И человек к этому должен прийти сам, самостоятельно. Вот. И я считаю, что у каждого есть выбор. Каждый делает выбор за себя. И не надо никого заставлять, никого принуждать. Если человек смог перейти сразу, то это только плюс его карму, как я говорю. Это очень хорошо. Если человек не смог перейти сразу на украинский язык и размовляти украинскую мову, то я считаю, нужно его понять. И вот эти все разговоры о том, что кто не разговаривает украинской мовой, я не знаю как, не хочу здесь даже говорить это, потому что это, понимаете, вот те люди, которые начинают разгонять эту тему, это называется ссорить народ, но внутри страны. И я не хочу, чтобы мы внутри нашей страны ссорились. Ведь самое главное, не на каком языке ты говоришь, а какой ты на самом деле человек и чью сторону ты поддерживаешь. Поддерживаешь сторону зла или сторону добра. Поэтому, друзья, делайте выводы. Ну, я не могу вас заставить сказать правильно. Каждый делает выводы свои. К тому, к чему лежит его душа. Я никого не призываю разговаривать на украинской или на российской мове. Каждый выбирает сам, и каждый живет своей жизнью по тем законам, по которым он привык жить и, как говорится, и доживать свой век. Поэтому больше не касаемся этой темы. Я когда смогу, тогда и перейду на украинский язык. А сейчас мы смотрим на природу, смотрим на... Смотрите, детки вон гуляют. Гуляем по парку. Я наслаждаюсь пением птиц. Тут белочки скачут. Белочек смотрим. И если сейчас я увижу где-то белочек, слышите, птички как поют, то покажу вам и белочек.
А те, кто досмотрит видео до конца, еще ждут приятные сюрпризы. Я приду домой и обязательно засниму вам. У меня зацвела очень красивая орхидея. Хочу вам показать, как она зацвела. Анжела, зацвела твоя орхидейка, которую я недавно у тебя приобрела. Так что дождитесь окончания видео. Возле этих деревьев так пахнет, такой запах приятный, даже отходить не хочется. Люблю я так вот погулять. У нас, правда, нету леса такого, знаете, чтобы вышел и прямо в лесу оказался. О, сейчас собаки порвут друг друга. Ну, у нас возле дома, недалеко от дома, есть вот такой вот парк. Здесь тоже можно прийти погулять вот так вот между деревьями. Можно пообниматься с деревьями. Я люблю это делать. Но сейчас еще не сильно пообнимаешься, потому что они влажные после дождя. Поэтому хожу, дышу этим воздухом, наслаждаюсь запахом. О, какая красота. Любуюсь этой красотой. Идем дальше. Ну что, друзья, я уже дома. Давайте начнем осмотр орхидей. Хочу вам показать сегодня две орхидейки. Но прежде чем начать это видео, я хочу поздравить всех одесситам с днем освобождения города Одессы. Это, знаете, такой очень значимый праздник, особенно в этом году, когда мы боремся уже совсем с другим фашизмом. Друзья, всех-всех поздравляю одесситов. Ну, а сейчас давайте посмотрим орхидейку. Это орхидейка Мелоди, и она наконец-то распустила первый свой цветочек. Вот она всегда у меня цветет, знаете, такими красивыми каскадами. Вот, но в этом году она очень-очень поздно выпустила свой цветонос. Смотрите, какой у нее красивый первый цветок. Но почему-то листики, вернее, цветы вот эти вот, да, сипали и питали. И смотрите, как выгнуты назад. Это первый раз у нее такое. Я первый раз вижу, чтоб вот так вот у нее были выгнуты листики. Вот эти вот лепесточки. Очень красивый биглип. У меня было два таких биглипа. Но один, к сожалению, погиб. Ну вот, видите, какой каскад у нее будет. И это только-только начинается первое цветение. Ну, такой вот красавчик. И сейчас я хочу показать вам еще одну орхидейку. Тоже она распустила всего лишь один цветочек. Давайте посмотрим. Вот эта орхидейка. Вот так вот выглядит сейчас вот эта орхидейка. Недавно приобретенная орхидея, буквально несколько недель она у меня живет, и вот она распустила свой первый цветочек. Хотя здесь должно быть два цветочка, но не знаю, будет она доращивать, не будет. По дороге она потеряла один бутончик, и вот здесь еще вот видно, у нее вот второй цветонос. Ну, не знаю, тоже, видите, вроде бы как начинает его доращивать. Может быть, и здесь будут доращивать, но непонятно, потому что здесь вот был бутончик, и, в общем-то, она его потеряла, этот бутончик. Я не знаю, что случилось, но я, когда раскрыла ее с посылки, этот бутончик был уже оторван. Жалко, конечно, но что сделаешь? Вот так вот она выглядит на данный момент, и когда она цветет, я хочу ее пересадить. Пересажу, скорее всего, вот в эту кружку. Но хочу спросить у Анжелы совета, стоит ли вот эти вот корешки тоже добавлять, ну, вовнутрь посадки ложить. Ну, в общем, посмотрим, друзья.
Когда это произойдет, я, конечно, буду снимать на видео и вам покажу. А сейчас еще кое-что хочу вам показать. Вот эти две орхидейки я вам еще не показывала. Вот смотрите, вот это уже полностью распустила, видите, почти свой цветонос. Осталось буквально пару штучек. Смотрите, какая красота. Вы знаете, камера даже не передает вот цвет этой орхидеи. И вот вторая орхидейка. Вот вроде так посмотришь, на первый взгляд они вроде бы одинаковые. Нет, даже вот через камеру видно отличие. Я думала, что это две одинаковые орхидеи, но они разные. Они разные, друзья. Цвет у них разный цвет. Но я хочу вот эти две орхидейки, вот в ближайшие дни, я хочу их посадить в групповую посадку. Уже у каждой орхидейки и у этой у них есть там внутри раскукленные корни. Поэтому я не хочу ждать долго, пока не сильно жарко, знаете, чтобы орхидейки принялись. Я хочу их посадить в такую, знаете, групповую посадку. Вот эта вот орхидея, вот эта вот, которая раскрыла только три бутончика, это моя орхидея. А вот эта орхидея моей дочери. Вот так вот глянешь, вроде бы одинаковые орхидеи. А когда начинаешь присматриваться, совершенно разные, но очень красивые. Мне вообще нравится такой цвет орхидеи. Ну, к сожалению, я не знаю, как они называются. И они у меня вот подписаны просто как бордо. Вот эту орхидею я омолаживала в 2021 году. Вот видите. Вот она у меня, эта орхидея, уже очень-очень давно. И я ее омолаживала, пересаживала в 2021 году. Но сейчас хочу сделать такую групповую композицию. Ну вот и все, друзья, что я хотела вам сказать и с вами поделиться. А, еще напоследок хочу... Некоторые девочки пишут, что пишут комментарии, и их не видно. Друзья, я знаю, это тоже проблема YouTube. Есть комментарии, которые попадают сразу как бы на проверку. И пока я туда не зайду и их не одобрю, они не появятся под видео. А есть комментарии, которые просто пропадают в никуда. Я, к сожалению, тоже с таким сталкивалась. Я писала девочкам комментарии, пишу, захожу, смотрю, нет моего комментария. Я потом пишу, до тех пор пишу, пока мой комментарий не появится. Даже с некоторыми девочками переписывалась и говорила, что я столько написала комментариев, моих комментариев нет. Они говорят, их нет, даже на проверке нет. Вот даже в этой папке, которая на проверке, их тоже нет. Я не знаю, почему так происходит, но куда-то пропадают эти комментарии. Комментарии я удаляю только ватных россиян, ботов. И те комментарии, которые идут как бы оскорбительного характера. Все остальные комментарии, которые на проверке рано или поздно все равно покажутся. Все остальные комментарии я не удаляю. И стараюсь отвечать на все комментарии. Так что, если вы думаете, что я какой-то комментарий чей-то удалила, то вы ошибаетесь. Я его просто не видела. И он у меня просто не появился даже не то, что под видео. Он не появился у меня даже во вкладке, которая там в аналитике есть на проверке. Поэтому, друзья, ну извините, так работает YouTube. Ну, а если вы так... думаете, что я удаляю комментарии, то это лично ваше мнение. Я свою позицию вам рассказала. Все, друзья, спасибо вам за то, что вы досмотрели мое видео. Благодарю вас всех. Мирного вам всем неба и скорейшей нам всем победы. Все, всем пока-пока. До следующего видео.